еще, как удивительно, есть хорошие стихи, в которых говорится: «Инночка прекрасно пела, гениально, но еще прекраснее слушали мы, потому что такой голос, такие стихи, такая музыка глубокая. Спасибо вам за это настоящее искусство». Я считаю, что у нас сегодня, я вот даже когда снимала, я всем шептала, кто вокруг меня: ребята, мы присутствуем при большом событии. Мы первый раз, Инна, слушаем, да? В новом качестве. Ирина, спасибо, Инночка, спасибо большое, что ты нас в это посвятила, что мы с тобой как-то каким-то образом заучаствовали. Прекрасно. А ваши бальные танцы чего стоят? Это праздник. Ну, это наш праздник. Другое дело, какая драконожки нас обзывают. Да ладно. Главное, хорошо дрыгать, да? Я думаю, вы будете продолжать свой праздник. Желаю вам всего, всех благ. С Аллочкой не соскучитесь. Я, наверное, потихонечку уйду, потому что это другой конец Москвы. Спасибо всем. Спасибо. Я хочу сказать, что предваряя, вы знаете, буквально ровно через год будет 125-летие со дня рождения Марины Цветаевой. И нас уже Дом культуры озадачил, чтобы мы провели гостиную, посвященную Марине Цветаевой. Как же мы с Инной Тхорик не проведем? Да это будет лучший вечер в Москве, посвященный Марине Цветаевой. Заручились, все, заручились. Спасибо большое.